Сказка «Дудочка и кувшинчик» Валентина Катаева Поспела в лесу земляника. Взял папа кружку, взяла мама чашку, девочка Женя взяла кувшинчик, а маленькому Павлику дали блюдечко. Пошли они в лес и стали собирать ягоду. Кто раньше наберет? Выбрала мама Женя полянку получше и говорит «Вот тебе, дочка, отличное местечко!» Здесь очень много земляники. Ходи, собирай. Женя вытерла кувшинчик лопухом и стала ходить. Ходила, ходила, смотрела, смотрела, ничего не нашла. Вернулась с пустым кувшинчиком. Видят, у всех земляника. У папы четверть кружки, у мамы полчашки, а у маленького павлика на блюдечке две ягоды. Мама, а мама, почему у всех есть, а у меня ничего нету? Ты мне, наверное, выбрала самую плохую полянку. А ты хорошо искала? Хорошенько, там ни одной ягоды, одни только листики. А под листики ты заглядывала? Не заглядывала. Вот видишь, надо заглядывать. А почему Павлик не заглядывает? Павлик маленький, он сам ростом землянику. Ему и заглядывать не надо. А ты уже девочка большая, высокая. А папа говорит, Ягодки они хитрые, они всегда от людей прячутся. Их нужно уметь доставать. Гляди, как я делаю». Тут папа присел, нагнулся к самой земле, заглянул под листики и стал искать ягодку за ягодкой, приговаривая. «Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится». «Хорошо», — сказала Женя. «Спасибо, папочка. Буду так делать». Пошла Женя на свою полянку, присела на корточке, нагнулась к самой земле и заглянула под листики. А под листиками ягод, видимо-невидимо, глаза разбегаются. Стала Женя рвать ягоды и в кувшинчик бросать. Рвет и приговаривает. Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится. Однако скоро Жене надоело сидеть на корточках. «Хватит с меня!» – думает. Я уже так, наверное, много набрала. Встала Женя на ноги и заглянула в кувшинчик. А там всего четыре ягоды. Совсем мало. Опять надо на корточки садиться. Ничего не поделаешь. Села Женя опять на корточки, Стала рвать ягоды, приговаривать. Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится. Заглянула Женя в кувшинчик, а там всего-навсего восемь ягодок. Даже дно еще не закрыто. Ну, думает, так собирать не совсем не нравится. Все время нагибайся, да нагибайся, пока наберешь кувшинчик, чего доброго, и устать можно. Лучше я пойду поищу себе другую полянку. Пошла Женя по лесу искать такую полянку, где земляника не прячется под листиками, а сама на глаза лезет и в кувшинчик просится. Ходила, ходила, полянки такой не нашла. Устала и села на пенек отдыхать. Сидит, от нечего делать ягоды из кувшинчика вынимает и в рот кладет. Съела все восемь ягод. Заглянула в пустой кувшинчик и думает. Что же теперь делать? Хоть бы мне кто-нибудь помог. Только она это подумала, как мог зашевелился, мурава раздвинулась, и из-под пенька вылез небольшой крепкий старичок. Пальто белое, борода сизая, шляпа бархатная, и поперек шляпы сухая травинка, «Здравствуй, девочка!» – говорит. «Здравствуй, дяденька!» «Я не дяденька, а дедушка, аль не узнала. Я старик-боровик, коренной лесовик, главный начальник над всеми грибами и ягодами. О чем вздыхаешь? Кто тебя обидел?» «Обидели меня, дедушка, ягоды!» «Не знаю, они у меня смирные. Как же они тебя обидели?» Не хотят на глаза показываться, под листики прячутся. Сверху ничего не видно, нагибайся да нагибайся, пока наберешь полный кувшинчик, чего доброго и устать можно». Погладил старик боровик коренной лесовик свою сизую бороду, усмехнулся в усы и говорит. «Сущие пустяки, у меня для этого есть специальная дудочка. Как только она заиграет, так сейчас же все ягоды из-под листиков и покажутся». Вынул старик Боровик коренной лесовик из кармана дудочку и говорит. «Играй, дудочка!» Дудочка сама собой заиграла. И как только она заиграла, отовсюду из-под листиков выглянули ягоды. «Перестань, дудочка!» Дудочка перестала, и ягодки спрятались. Обрадовалась Женя. «Дедушка, дедушка, подари мне эту дудочку!» «Подарить не могу, а давай меняться, я тебе дам дудочку, а ты мне кувшинчик. Он мне очень понравился. Хорошо, с большим удовольствием. Отдала жене старику боровику, коренному лесовику кувшинчик. Взяла у него дудочку и поскорее побежала на свою полянку. Прибежала, стала посередине, говорит. Играй, дудочка. Дудочка заиграла, и в тот же миг все листики на поляне зашевелились стали поворачиваться, как будто бы на них подул ветер. Сначала из-под листиков выглянули самые молодые, любопытные ягодки, еще совсем зеленые. За ними высунулись головки ягод постарше, одна щечка розовая, другая белая. Потом выглянули ягоды вполне зрелые, крупные, красные. И, наконец, с самого низу показались ягоды-старики, почти черные, мокрые, душистые, покрытые желтыми семечками. И скоро вся полянка вокруг Жени оказалась усыпанной ягодами, которые ярко сквозили на солнце и тянулись к дудочке. «Играй, дудочка, играй!» – закричала Женя. «Играй быстрей!» Дудочка заиграла быстрей, и ягод высыпала еще больше, так много, что под ними совсем не стало видно листиков. Но Женя не унималась. «Играй, дудочка, играй! Играй еще быстрей!» Дудочка заиграла еще быстрей, и весь лес наполнился таким приятным проворным звоном, точно это был не лес, а музыкальный ящик. Пчелы перестали сталкивать бабочку с цветка. Бабочка захлопнула крылья, как книгу. Птенцы-малиновки выглянули из своего легкого гнезда, которое качалось в ветках бузины, и в восхищении разинули желтые рты. Грибы поднимались на цыпочки, чтобы не пропустить ни одного звука. И даже старая лупоглазая стрекоза, известная своим сварливым характером, остановилась в воздухе, до глубины души восхищенная чудной музыкой. «Вот теперь я начну собирать», – подумала Женя, и уже было протянула руку к самой большой и самой красной ягодке, как вдруг вспомнила, что обменяла кувшинчик на дудочку, и ей теперь некуда класть землянику. «О, глупая дудка!» – сердито закричала девочка. «Мне ягоды некуда класть, а ты разыгралась. Замолчи сейчас же!» Побежала Женя назад к старику-боровику, коренному лесовику, и говорит. «Дедушка, а дедушка, отдай назад мой кувшинчик. Мне ягоды некуда собирать». «Хорошо», – отвечает старик-боровик, коренной лесовик. «Я тебе отдам твой кувшинчик, только ты отдай назад мою дудочку» отдала Женя старику-боровику, коренному лесовику его дудочку, взяла свой кувшинчик и поскорее побежала обратно на полянку. Прибежала, а там уже ни одной ягодки не видно, одни только листики. Вот несчастье. Кувшинчик есть, а дудочки не хватает. Как тут быть? Подумала Женя, подумала и решила опять идти к старику-боровику, коренному лесовику за дудочкой. Приходит и говорит – Дедушка, а дедушка, дай мне опять дудочку. Хорошо, только ты дай мне опять кувшинчик. Не дам, мне самой кувшинчик нужен, чтобы ягоды в него класть. Ну так я тебе не дам дудочку. Женя взболилась. Дедушка, а дедушка, как же я буду собирать ягоды в свой кувшинчик, когда они без твоей дудочки все под листиками сидят и на глаза не показываются. Мне непременно нужно и кувшинчик, и дудочку. Ишь ты, хитрая, какая девочка. Подай ей дудочку и кувшинчик, обойдешься и без дудочки одним кувшинчиком. Не обойдусь, дедушка. А как же другие люди обходятся? Другие люди к самой земле прогибаются, под листики сбоку заглядывают, да и берут ягоду за ягодой. Одну ягодку берут, на другой смотрят, третью примечают, а четвертая мерещится так собирать не совсем не нравится. Нагибайся, да нагибайся, пока наберешь полный кувшинчик, чего доброго и устать можно. «Ах, вот как!» – сказал старик-боровик коренной лесовик. И до того рассердился, что борода у него вместо сизой стала черная причерная «Ах, вот как! Да ты, оказывается, просто лентяйка! Забирай свой кувшинчик и уходи отсюда! Не будет тебе никакой дудочки!» С этими словами старик боровик коренной лесовик, топнул огонь и провалился под пенек. Женя посмотрела на свой пустой кувшинчик, вспомнила, что ее дожидаются папа, мама и маленький Павлик. Поскорее побежала на свою полянку, присела на корточки, заглянула под листики и стала проворно брать ягоду за ягодой. Одну берет, на другой смотрит, третью примечает, а четвертая мерещится. Скоро Женя набрала полный кувшинчик и вернулась к папе, маме и маленькому Павлику. «Вот умница!» – сказал Жене папа. «Полный кувшинчик принесла! Небось устала!» «Ничего, папочка, мне кувшинчик помогал!» И пошли все домой. Папа с полной кружкой, мама с полной чашкой, Женя с полным кувшинчиком, а маленький Павлик с полным блюдечком. А про дудочку Жени никому ничего не сказала.